Столетие отмечает жительница Люберец Ульяна Макаревич. В годы Великой Отечественной войны Ульяне Ивановне за сражения на Ленинградском фронте, операции на Карельском фронте и героическую оборону Ленинграда и Заполярья благодарность объявил сам Сталин. С 50-х годов Ульяна Макаревич живет на Третьем почтовом. До 80 лет проработала оператором на Люберецком водоканале. Удостоена звания ветерана труда. У меня мама, она труженица. Понимаете, надо трудиться, трудиться и трудиться. И, как говорится, мало есть. Вот мама, у нее даже сейчас она ест немного, вот всю жизнь. Даже вот остается она, я не буду. Все. У нее какая-то норма такая. Не буду. Все. Ее не уговори, чтобы она съела что-то лишнее. И труд. Активность, любовь к людям и чувство меры – такие качества уже целый век помогают ей справляться с трудностями и, возможно, продлевают жизнь. С юбилеем Ульяну Макаревич пришли поздравить представители администрации. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.